Сегодня состоялась пресс-конференция с участием организаторов турнира ММА памяти Вячеслава Малярова. Они рассказали о формате мероприятия, о том, как готовятся спортсмены к турниру и чем будут удивлять зрителей. Все подробности в сюжете Балаковского репортера. 17 декабря нашим клубом, клубом Fitness Life, будет проводиться широкомасштабное мероприятие. Это международный турнир ММА «Волжский рубеж памяти Вячеслава Малярова». В качестве почетных гостей примет приглашение Елисеев Владимир Владимирович. Он является вице-президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения Альфа ФСБ России. На турнир приглашены также сослуживцы Малярова и участники Содружества боевого братства города Балакова. Также в качестве почетного гостя принял приглашение Алексей Олейник, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по смешанным единоборствам по версии FCA. Наш зрелищный турнир будет проводить Александр Загорский, это заслуженный деятель России. Зрители ожидают масштабная развлекательная программа высокого уровня. Ребята к нам едут, они работают в цирке Тюсалей, выбрали время, мы с ними подписали договор, контракт для того, чтобы они выступали здесь. Это и воздушные гимнасты, я опять-таки повторюсь, и шоумен Empire Show, который будет проводить. Девочки Show Girls, они у нас едут из Москвы. На сегодняшний день составлен сильный файт-карт. Участники едут к нам из ближнего и дальнего зарубежья. Это Лакат Фае у нас летит из Сенегала, Кристоф Граре из Франции. Ну, искали бойцов, предпочитающих работу в стойке. Это ударная техника. Вот, на этом я основываюсь. Насколько получилось, ну, все увидите на турнире. В честь Балаковской земли и родины отставит Александр Титов. Могу про Титова сказать, что всегда к боям он подходит как спортсмен профессионально, к любому виду единоборства, непосредственно рукопашный бой, боевой сам, это профессионал. Первый этап мероприятия мы стартуем именно 16 декабря в 18:00. Это будет первый этап нашего мероприятия. Мы его назвали «Дуэль взглядов». Она будет проходить, эта дуэль взглядов, 16 декабря в 18:00 в торговом центре «Клинхаус». Это будет шоу, на этом шоу будут у нас разыгрываться 5 билетов, по предварительным данным, от 5 до 7 билетов. Также будет у нас разыгрываться пара перчаток с личной подписью. Сам турнир начнется 17 декабря в 18:00 в СК-форуме. Прибытие гостей, зрителей мы ожидаем в 17:00. После самого турнира можно будет зрители наши будут спортсмены будут ожидать зрителей на автограф-сессию. Можно будет сфотографироваться с бойцами, задать им какие-то вопросы, выразить свою благодарность. Продано 70% билетов. Цена билета 950 рублей. Это балкон. Партер у нас 2500 рублей. Это мягкие стулья.